мы будем уже на такой ступени, что сможем замещать себя роботами практически во всем. Поэтому вполне логично заставить роботов выполнять эту тяжелую работу. Сопровождать, помогать ходить по магазинам. Роботы займут чьи-то рабочие места. В будущем такие роботы будут повсюду. Смотрите цикл документальных фильмов «Эра роботов» в январе на канале «Наука 2.0».